отношениях владельца имени проявляет инициативу и очень часто собственнически относится к партнеру, считая себя единственным спасителем. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Под управлением этого имени находятся все те, кто родился 6, 15 или 24 числа каждого месяца. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Обладатели этого имени появляются на свет для того, чтобы служить другим и в первую очередь своим близким и своей семье. От душевного мятежа многие приходят к религии, всегда стараются максимально облегчить жизнь своему окружению и в трудную минуту обязательно протянут руку помощи. Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Мягкий знак означает мягкость и даже некоторую бесхарактерность натуры, повышенную ранимость, но в то же время добронравие и альтруизм. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственны для этого имени. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Звук «К» в имени твердый и колкий при звучании настораживает, вызывает напряжение. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Носитель этого имени часто неукротим и склонен к дерзости, но дерзость проявляется очень мягко и звучит как требование. Блеск, искрометность – вот впечатление, которое оставляет после себя обладатель этого имени. Легкость натуры, умение сглаживать острые углы отношений, опасаться стать рабом волевого партнера. Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Эти люди умеют разделять и классифицировать. Головокружительная любовь, риск коммерции, пробивные способности – вот цвета этого имени. Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.